Так, здесь его нет. По этим скамейке можно идти. Какие у тебя очки крутые. Да? Ага. Экспресс взял. По сколько? За 200 рублей. О, нифига, классно. Че, как дела? Да, нормально. Че, какие планы? Серьезные. Серьезные планы? Да. И намерения? Да. Че, рассказывай что-нибудь. Не слышу, сядь хоть поближе. У друга говорю. А ты что, стесняешься? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть? Да. Че стесняться-то? Да, ничего. Я так вот не стеснительная. Че, пройдемся? Пройдемся. Куда побежал-то? Давно вообще на свидание-то ходил с кем-нибудь? Да. А то я смотрю, такой торопливый. Че ты о себе хоть что-нибудь расскажи? Че, работаю на стройке, прорабатываю. И че ты строишь? Строительство домов. Больших? Отделка. А, квартиры ремонтируете? Да. А что у друга? А что ты себе квартиру не снимешь? Я снимал, аренда кончилась. А что другую тогда не нашел? Потом я другую снимал. Дорого снимал? 20. 20 тысяч? Да. А что так дешево? Ну, так вот. За МКАДом? О, Реутова. Реутов? Да. А, ну я знаю, там была. Последний раз там снимал замок. Кого? Замок. В смысле замки? А, там студия, квартира в замке. Замок стоит. Да? Да. Ничего себе. Не, нормально, прикольно. У тебя вон капюшон заморался. Да, вообще, да. В 2 ночи домой вернулся. Ничего себе. Не выспался? Да там. Че, понравилось я тебе? Да. А? Да. Че так скромно? Да. Сидит что-то, вон туда смотришь. Че, стесняешься меня? Ну, как-то. На сайте Китфорд заказала вон триммер, короче. Может тебя побрить? Ну, смотрю, он у тебя здесь. Да? Да, вон. Я оставил, блин. Да, я оставил. А? Дай. С утра вообще. Опа, у тебя здесь просто длинная? С утра встал, блин, с бодуна нахтирать. Ага, ну-ка повернись ко мне. Ага, вот. А то думаю, как хуй-то можешь делать? Побритым-то, я что, видишь, подготовлена. Сайт классный, Китфорд. Ты вообще слышал такой сайт? Вон, смотри, она заряжается. Там, короче, вообще куча всякой бытовой техники продается. Просто море всего. И цены такие, главное, классные. И фены, блин, и отпариватели вон. Всякие брительные, чайники умные, короче. Я думаю, щетку заказать, эту беспроводную, знаешь? Вот. Взяла вон это еще блендер беспроводной, короче, думаю, это тебя угощу, проверю, как работает. С собой-то вообще классно брать. Опа. Сколько там штучек стоит? Ой, не помню даже, дешево очень. Там еще скидки такие-то. Я просто и спортом люблю заниматься, люблю фрукты кушать. А с собой, чтобы не носить, раз, я взяла, открыла. Ну да, нормально все. Я тебе скажу, это бомба. Это просто бомба. Китфорд вообще сайт классный. Я тебе могу ссылку дать. Там что надо, то и закажешь себе. Ну, я тебе показала, там вообще куча всего. Еще и скидки такие, там у них вообще по 50% на некоторые товары. Я-то все там заказывала где-то там. На всяких маркетах, вот, втридорога. А они что, тут тоже по всей России работают, так что... Ну да, вот. Да, здесь магазин. Мне подруга просто посоветовала, да. Я-то что, как бы это самое... Спортом люблю заниматься просто. Бегаю. А так цветочный магазин, да, работает. Я там больше подрабатываю, когда меня просят там выйти, когда нету человечка, я выхожу. Я раньше этим рукопашкой занималась, ну давно уже, правда. Уж забыла, как это все делается-то. Сейчас так, чисто для поддержания тонуса фигуры, короче, занимаюсь, бегаю. Сейчас просто тепло стало, что бы, думаю, по паркам не побегать. Классно, с утра встала, если настроение хорошее. Водки бахнула и побежала. Пьешь, да? Не, да я шучу. Я вообще алкоголь сейчас не пью. Ты пьешь? Да не, не всегда. Так, день рождения просто друг вчера был. А, ты вчера выпил? Значит, ты отделочник, да? Да. Высокопрофилированный, да? Да. Меня тоже хочешь отделать? А? Да. Ух ты какой. Свирепый отделочник. Сереж,
Че, тебе шибко понравилось? Да. Че, прям влюбился, что ли? Да. А? Да. Это наш первый совместный день, да? Да. И ты меня любишь? Да. Сильно любишь? Да. Влюбился в меня? Да. Так сразу? Ты что, считаешь, что это с первого взгляда? Да. Нифига себе. Ты женат-то не был? Да, я раз был. Один раз? Ну, один раз не пи***. А чё развёлся-то? Да, надоело? Да. Сам ушёл? Да. А она чё, рыдала? Да, нет. Чё, ей пофигу было, что ли? Да, да. Ну, не знаю, если бы ты от меня ушёл, я бы тебя выхлестнула. Если бы ты нашёл другую там какую-то шмаромойку, я бы обоих так вертушечки выкрутила бы и всё. Сюда иди, Витя, Витя. Вилка выпала, моя нахуй. Да не, я так просто косячил. А что ты косячил? Загулял? Да. Да? Да. А если бы ты у меня загулял, я бы тебя выписнула. А ты что, Шолдок, какие у тебя планы были на меня? Сразу хотел джумбериться, да, значит? Жить у меня хотел, да? Ну да. Да? А ты с вещами приехал? Вещи дома. Дома у друга? Где у меня вещи? В цветочной иногда выхожу подработать, а в основном-то что? В интернете сейчас все работаю. Сейчас тут подписалась на проект Одиссей называется. В Телеграме, короче, они дают всякие бонусные ссылки. По этим бонусным ссылкам потом денежки получаются зарабатывать. Да, сейчас пока проект бесплатный, так я там вот и мучусь. Как бы ссылки дают мне. Утречко, ребятки, всем здорово еще раз. Ребятки, абсолютно каждый из вас может получить гарантированно по 3000 рублей в проекте Одиссей. И это самый минимум, который вам дадут чисто для работы, чтобы вы ничего не вкладывали. Все достаточно просто. Связывайтесь с менеджером, говорите, что вы от Чернова, и вам пошагово помогут заработать денежки в своем телефоне. Никаких вложений с вас не потребуется. Проект Одиссей – это прорыв в сфере заработка в интернете. Его успешно протестировали уже больше 2000 моих подписчиков. Ребятки, которые даже не поленились оставить видеоотзывы. Всем привет! Вчера вывела с проекта Одиссей 20 тысяч рублей. Команда Одиссей Чернова, вы красавчики. Заработал за день по вашей инструкции 15 тысяч рублей. Честно, не ожидал, что так получится. Благодарна всей команде. Вывела с бонусов 5 тысяч рублей меньше, чем за сутки и ни копейки своих денег не вложила. Спасибо каналу Чернов ТВ и всей команде за работу. Никаких подводных камней. 5 простых пунктов. Написали менеджеру, получили ссылку для работы. Все сделали по простой инструкции, которая займет у вас 30 минут времени. Вывели все деньги на свою карту, оставили их себе, поблагодарили менеджера. Все очень просто. Я сам зарабатываю на этом проекте, когда у меня бывает свободное время. Проекту Одиссей можно уверенно доверять. Это, ребятки, не бесплатный сыр. Парни помогают зарабатывать, пока они собирают отзывы. Вход в проект бесплатный, и у вас есть возможность заработать в своем телефоне от 10 до 20 тысяч рублей без вложений. Оставляю ссылочку в закрепленном комментарии. Переходи, оставляй анкету, связывайся с менеджером и зарабатывай бабки. А мы продолжаем смотреть. Поджумберили. Че ты, джумбериться уже хочешь? Я что? Ты-то? Да. А? Да, успею. А ты вообще родом-то откуда? Самар. Самары, что ли? Я-то что, из Кирова переехала в Сарко. А что там в Кирове? А что здесь, в Москве? В Москве по сравнению с деревней не все. Ага. Голубей ел когда-нибудь? Голубей? Ой, блин. Че? Был один раз, да, блин, давно. Было, да? Ну, один раз. С майонезом? Давно-давно. Ну, у нас голуби не такие, у нас вот такие голуби. Пожирнее? Конечно. И что, вкусные они? Ну, курица то же самое. Говорят, с майонезом вкусно. Да? Ну, я-то не ела. Не, на полях они дальше. Здесь они побольше. Че ты хоть бы комплименты какие-нибудь отвесил? Комплименты? Ну, каких? Придумай каких-нибудь. Это же важно. Не хочешь отвешивать? Да? Не хочешь делать комплимент? Подожди, да? Сколько полных лет? Мне-то? 30. 30? Да. Красиво выглядишь. А? Красиво выглядишь. Да, я такая. Все? Че? Все? А че еще? Не знаю, что-нибудь. Обнял бы, не знаю. Поцеловал. Хочешь? Да. Целоваться хочешь? Да. Поцеловать, что ли, хочешь? Ну, если не... А? Ну, если ты хочешь. А ты что хочешь? Ну, я тоже, можно сказать, так.
Очки-то хоть сними, я даже не вижу твой цвет глаз. Голубые глаза? А-а-а. Нормально. А, давай не на людях целоваться-то. Или ты хотел поцеловаться, Шипка? А? О, тихо-тихо. Люди ходят. У меня для тебя подарок. Подарок для тебя есть. Трусики мои. Че, возьмешь? А? Куда? Подарок, подарок. Че, вместе не будем? Ой, куда ты полез? Куда полез? А ты что, не хочешь от меня подарок принимать? Хочу. Так на. Куда ты лезешь-то? Куда лезешь-то? Че, понравился подарок? Правда? Тебе дарили такие вообще подарки? Ай, блин, козлина, у меня кот насрал в сумку, блин, фу, ой, все, тут все в говне, блин, фу, че он такой жрал, блин? Не знаю, что, корму, че? Ну, я ему морковку давала еще, фу, еще так воняет, блин, у тебя нет салфетки, да? Нет. Нету? Блин. Фу. Вот козел, прикинь, второй раз, блин, насрал. Козлина, блин. Козлина, блин. Будем целоваться-то? А? А? Будем. Я его прибью. Пиздец. Ну, Тим. Спрячься на. Блин, зря съела еще. Ой, дурында. Вон голубям, наверное, бы понравилось. Сейчас пойдут вон есть и. Да им пофиг что-то. Нет? Не знаю. Вообще-то я смотрела, что сегодня дождя не будет, а вон что-то покапало. Да. Ну сильно вот не будет небо-то. Да нет, может и так. Любишь целоваться, да? Да. Mm-hmm. Тем более еще я-то такая красивая. Да? Да. У тебя была девушка красивее, чем я? Нет. Не было? Ну, наподобие, но не вот. Ну, я у тебя самая красивая, да? Да? Да. Приятно. Вот это и есть комплименты, между прочим. Че, думаешь, я ж какая-нибудь, да? Нет, почему? Не знаю, просто ты сидишь, думаешь, как будто бы о том, что я ж какая-то шмарфика. Нет, ты что? Ты смотри, будешь у меня жить так, сумки открытыми не оставляй. Че не оставляй? Сумки открытыми не оставляй, а то тебе кот тоже насрет. Насыт. Светик, привет! Я на свидании, между прочим, с Раку, с Сережей. Поздоровайся, Сереж. Привет. Это моя подруга Светка, она сейчас в Кирове живет, в Сраку. Ах, представляешь? У меня кот в сумку насрал сегодня. Капец, конечно, Тим. Унита, будешь мне делать? А? Будешь? Куни не будешь делать? Ой, куда лезешь-то? Куда? Я тебя тогда побрею всего. Вот. А то думал, как ты будешь делать? Ну, в смысле, лицо. Ну, да. Слова как бальзам на душу. Ты понял, да? Да. Про ку**то. Мечта каждой девушки. Про ку**то заговорили, так, блин. У меня аж сразу это самое. Понимаешь, да? Да, ты. Понимаешь? Конечно. Коля? Да. Привет. Привет, да. А Лена, да? Че ты? Ничего. Надо мной будешь стоять? Нет, извините. Чего? Извините. В смысле? Да нет, я пойду дальше. Куда? А я?
меня бросаешь? Я не Коля. Ты меня бросаешь как последнюю мойку, что ли? Я приперлась на свидание, и что, ты меня сейчас бросать будешь, что ли? Я что-то орешь. Нифига себе! Такое оскорбление, конечно. Можно было просто сразу же сказать, пошла нахер отсюда, швабра, и все. Я ходить за тобой вообще не собираюсь, понятно? Больно надо. И не буду за тобой ходить, что мне? Ходить-то за тобой. Мне хрен было тогда звать на свидание, блин, чтобы потом как последнюю шмаровку меня бросать. Меня так еще никто не бросал. Ах, нового найдем. Шланг аж задымился сразу же. В этих-то волосинах-то неудобно, он пережимает прямо. Че, пойдем? А? А магазин? Ты куда? Магазин есть. Зачем магазин? А, презики что ли хотел? А? Презики? Так что, пойдем, пока у меня шланг задымился, да? По-быстренькому, да? Сейчас пойду попить возьму. Ты кури здесь, а то там штрафуют тебя. Ну что, пойдем по это, сама. А где магазин? Да потом попьешь. Блин, хочу. Куда, далеко идти, что ли? Да тут в кустах, быстренько. Да ладно, ты что, в кустах? А как тогда? Как? А что, тебе не понравилось, что ли? Я тебе что, не понравилось? А? Ты что? Ты что, куда побежал-то, э? Ты куда побежал, я тебе сказал? Кого ты что? А? Сережа! Пойдем. У меня аж блендер включился. Помогите! Эх, Сережа, Сережа. Так и не попробовал мое блюдо. Реально очень удобная штука. Куда бы вы ни пошли. На свидание. На рыбалку, на охоту. На пляж, на работу. Вообще везде. Это что касаемо беспроводного блендера. А что касаемо сайта Kitford, переходите по ссылочке в описании и заказывайте для себя любимых, для своих любимых лучшие подарки по лучшим ценам. Ссылочка в описании. Это реально кайф. Поджумберили дальше. Пау! Я не один, меня знает толпа. Заходи на канал Марина, ура! Покачай головой и запомни, Чернов, сука, это Чернов, сука, это Чернов.